Друзья, всем привет! Огромное спасибо, что зашли на наш канал. Для тех, кто впервые у нас в гостях, меня зовут Елена, со мной моя маленькая доченька Сонечка. Да, всем привет, друзья! Сонечка уже вся в нетерпении. Она говорит: мам, давай наконец-то снимать. Давно не снимали видео, уже отвыкли. Да, пока. Сегодня у нас обед. Вот такая у нас рыбка мойва. Камера, к сожалению, не передает. Прям цвет у нее такой немножечко золотистый. На камеру почему-то не очень сильно видно. 100 лет не ела мойву. Попросила маму, говорю: мам, приготовь мойвы. Так давно я ее не ела. Ну, просто вот 100 лет точно. Захотелось мне этой маленькой, простой, вкусненькой рыбки. Дедушка купил где-то у него там место тайное, где продается рыба. И мы сегодня с вами вместе будем ее пробовать. Сонька, кладу тебе рыбку. Там бабушка идет. Ну ничего страшного, идет и идет. Будь я тебе рыбку кладу, я себе тоже положу немножко. Я, если честно, мойву есть не могу много, потому что она такая вот жирная. Но люблю, хочется. Пишите в комментариях, Сонь, хлебушек есть, если что. Потому что рыбка жирная. Головки отрывай. Вкусняшка. А я с головой прям ем. Ну что ж ты. И внутри косточка. И так, мама, смотри, как делает. Видишь? Будем кушать. Вкусно. Мария, давай тебя. Не надо. Сама будешь, не сама ешь. Вкусненькая. Здесь уже не очень хрустящая. Мы когда только-только ее делали, она была еще хрустящая. Он будет с хлебом. А что делать? Бабушка идет. Долго-долго моя. Приятного аппетита. Спасибо, бабуль. Вкусная рыбка. Зря мы говорили на девушку, что рыбка не очень свежая. Нам там бабушка показалась. Дедуля у нас вообще большой любитель рыбы. Угу. У нас я люблю рыбу, Соня. Ну, все любим. Бабушка пришла. Дедушка рыбу тоже обожает. Она с икрой. Вкуснота. Да. Сейчас идет пост, поэтому мясо нельзя. В основном мы пост держим. Не прям уж строго. Молочко, конечно же, все это молочные продукты едим, но яйца, мясо. Яйца, мясо мы не кушаем. Рыба тоже, только по определенным дням. Сегодня как раз можем. Солнышко. Ничего не видно. Но она, конечно, жирноватая. А с хлебушком много ты не скушаешь. Соя. Бери. Я пробовала. Покрупнее это выбирает. Что ж, совсем по-скромному. Она какая-то... Ее, видимо, намешали. С мелкой, если совсем мелкой, как, знаете, как этих, для котиков. Даже котики такие, то скажут, что это мне дали. И... вкусно? Хороша, да? Ну все, хотели как лучше, только сели снимать. Солнышко, мы... Сейчас постоянно готовимся уже к сезону новогоднему. И снимать каждый день я даже при желании не могу. И приходим, как правило, домой с работы. Время, самый разгар. Солнышко выходит, вот такой вот... Не хочу уже есть. Наелась? Ну, где ручки мой? С кем? Бабушка тебя помоет. Мама еще поболтает чуть-чуть, покушает. И приходим. Вот такое яркое солнце, за которым ничего не видно.
Иногда даже что-то интересное, и хотели бы снять, а не можем. Потому что яркое солнце мешает нам так вот снимать. У нас все хорошо, все отлично. Все в работе, как мыли. Погодка радует. Все, что хотим, пока получается. Единственное, конечно, немножечко уже устаю. И Соне нужно время уделить. И поработать. Бабушка, конечно, помогает, как может. Но с ребенком тоже, знаете. Сонька такая достаточно активная девочка, капризная. С ней не все так просто, не все так спокойно. Поэтому так, мои хорошие. Как семечки. Ела бы, да и ела. Знать еще. Все, доедаю. Хватит. Хорошего. Вкусного? Понемножку. Вкуснотища. Ну что, друзья, буду завершать наше видео. Огромное всем спасибо, кто нас смотрит, кто нас поддерживает. Ставьте лайки, пишите классные комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч. Пока-пока.